Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на Родина РП Центральный Округ. Мне здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить моник при регистрации. Если вводите моник и прокачать 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Поэтому из этого вводите моник при регистрации. Также можете, пацаны, вводить мой промокодик. Мой промокод хэштег Кирилл Ютуб, он также есть в описании. Его нужно вводить на 6 уровне, и за него получите очень даже неплохие плюшки. Ну что ж, сегодня снова видео, оно будет довольно-таки необычное. Потому что мы полетим к дому, получается, главного администратора первого сервака. Говорю сразу, пацаны, как бы не сам это место нашел. Я увидел видео другого ютубера, по-моему, канал называется у него Луиджи Бонарди. У него увидел видосик и решил как бы тоже вам показать и сам посмотреть дом главного администратора. Такой, так понял, есть только на первом серваке. Я не знаю, зачем он там его построил себе, но у него в небе находится дом. Вроде бы как. Сейчас мы, короче, это проверим, потому что видео у него было снято неделю назад и, возможно, его уже убрали. Короче, пацаны, как вы поняли, нас наебали, короче, там никакого дома нету, я решил зайти на дерби, и здесь, получается, есть пацанчик, и давайте сейчас попробуем поездить, поучаствовать и повыигрывать. Я, конечно, давно здесь не был, пацаны, это просто такая ностальгия. Вот жалко, здесь людей реально нету, блин, раньше здесь так весело было, вы... Блин, это такая ностальгия просто, вот раньше здесь просто все находились, типа, ну, реально здесь много людей постоянно было там, а сейчас здесь мало кто, как бы, тусуется, и это очень печально, пацаны. Это очень печально. Так, съебался. Так, двоих ушатал, теперь надо найти флаг. А флаг у нас, походу, находится где-то наверху, да? А, не, вот он у нас находится. Чувак хотел меня сбить и сам упал, короче. Блин, он подобрал флаг, надо за ним ехать. Вот реально круто, когда ты еще, знаете, прокачана у тебя машина, это реально круто. Так, давайте обратно за ним поедем. Здесь можно еще рулетки выиграть, пацаны, это реально такая ностальгия просто. Делал бы я стримы на родине, я бы здесь, пацаны, зависал. Блин, вот онлайн сейчас 350 человек, и здесь мы только 3 находимся. Реально жалко, что у людей просто пропал интерес к этой, как бы, игре. Это реально классное место, здесь раньше очень весело было. Давайте я ему даже помогу заехать, как бы мне не жалко ему помочь. Пусть заезжает, просто поможем пацану заехать и все. Вот реально, я помню, когда здесь было по 10 человек, реально это было охуенно, блин. Такое классное мероприятие просто загнулось, и оно больше никому не нужно. Это реально печалька. Я вот хочу почаще в МПшку участвовать, потому что, ну, это хотя бы какое-то разнообразие в контенте. Бля, пацаны, есть проблемка. Я вспомнил, что у меня скиллов нету, блин. У меня же нету скиллов, как я буду с дела стрелять? Ладно, там с эмки пострелять, либо еще с какого-то оружия, там, с дробаша. Ну, бля, с дела, как я буду без скиллов стрелять? Это ж пиздец. Что-то я об этом даже не подумал. Ну, ладно, в принципе, посмотрим, на что я способен без скиллов. Людей здесь не особо, конечно, много. Бля, я, кстати, не знаю, почему так мало людей участвуют в мероприятиях и вообще какой-то онлайн на родине просел. Раньше онлайн был там. Ну, 400 стабильно, сегодня я 400 даже онлайн не видел. Сейчас, короче, будет жарко, пацаны. Сейчас будет жарко. 1, 2, 3. И мне сейчас будет полная пизда. Так, погнали, пацаны, наши городских. Поэтому, блядь, сука, сейчас потыкаешься, нахуй. Алло, блядь, дядя. Мы не пизда, ебать, пацаны, мы не пизда просто. Так, я буду бегать, типа я тащер, пацаны, типа я тащер. Нихуя себе меня там хуярит, алё, блядь, дядя. Успокойтесь, нахуй. Блядь, дайте в кого-то попасть, нахуй. Мы не пизда, меня сейчас захуярят, пацаны. Блять, чего я еще ожидал без скиллов? Я просто, блядь, вообще и так стрелять не умею. А без скиллов, блядь, тем более. Кстати, я попал в нашу больку или нет? Так, надо найти наших людей. Да, я попал в нашу больку, пацаны, еще. Ебать, я вообще красавчик просто. Могу сейчас похавать, ебать. Могу вот похавать, могу, короче, сейчас переодеться. Заебись, когда ты попадаешь именно в свою больку, я могу вот переодеться, ебать, в рабочую форму, ебать, и пойти людей лечить вообще. Просто охуенно, пацаны. Просто реально охуенно. Извиняюсь за то, что нету серии про больницу, как бы просто нету времени, реально нету времени. Но я постараюсь на следующей неделе уже этим заняться и уже вкачать как бы 5 ранг. У меня сейчас 4 ранг, надо будет вкачать 5 ранг, там 6, 7 и так далее. Поэтому этим мы будем заниматься на следующей неделе, скорее всего. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.